Здравствуйте, уважаемые подписчики и случайные зрители моего канала. Очередное видео по охоте в Неве. Многим интересно, как же мы охотимся в Неве, если Нева такая грязная. Скажу так, Нева бывает очень добрая и бывает прозрак в Неве 2-3 метра, особенно осенью, особенно поздно. И встречаются вот такие вот маленькие экземпляры, причем регулярно. Это мелкий судак на грамм 500-700, которого мы просто пропускаем мимо. Был он и находился на илистом дне, которое встречается в городской черте довольно-таки часто. Ну и встречается также довольно-таки много техногена. При такой видимости это в принципе не опасно, потому что опыта у нас достаточно для того, чтобы избежать каких-либо последствий при встрече с техногеном. Вот сейчас очередной нырок вы наблюдаете, скажем так, не в техногене, но в бревнах и завалах из бревен. В свое время, видимо, здесь когда-то вплавляли лес, и эти бревна были подзатоплены. И аккуратненько продвигаясь, я осматриваю эти бревнышки, нахожу судака и моментально оцениваю размер и понимаю, что размер-то приличный, около 5 килограммов. Выстрел в голову, и он на кукане. Потянуло 0,5 с копейками. Дальше охота пошла еще интереснее, потому что уже на кукане висел судак на 5 килограммов. Дальше продолжаем двигаться по такому же илистому дну. Ничего, в принципе, интересного. За исключением того, что встречается и лещик на килограмм, а когда и полтора. Прозрачность в этот день была, конечно, изумительная, удовлетворительная для этих мест. Здесь опять судачок, килограмм 200. На жареху такой судачок, самое то. Размер на сковородку. Тем более осень. Семья у меня очень любит судаков. Также встречаются подлещики, густера. Так как я уже выполнил в принципе норму, то больше я в этот день рыбу не брал. Вот он еще один маленький судачок, которого я попытался схватить за хвост, но он оказался шустрее меня. Здесь еще один судачок мелкий. В этот день это был крайний судачок, которого я увидел, крайняя рыбка. Пора было заканчивать охоту. Вылезли из воды, переоделись и уехали. Чувством выполненного долга домой. Всем добра. Пока.